привет всем нашим дорогим и любимым зрителям от кошечек Анжелы и Милы. Кто ждал встречи с нашими кошечками, ставьте лайки. И они за вами тоже соскучились. И Анжелочка, наша красотка, и Милочка. И как вы видите, наши кошечки вернулись с учебы. Пришли со школы и очень-очень проголодались. Но Анжелочка еще очень грязная. Они сегодня со всем классом садили цветочки. Так что Анжелочке придется обязательно покупаться. Ну и Милочка тоже за компанию покупается, потому что она очень-очень любит купаться, как вы знаете, ребята. Ну вот сейчас Анжелочка станет чистенькой. И Милочка тоже. Очень любит Милочка свою ванну. Подглядывает за нами Мила, давай, намыливайся. Вот так здорово. Покупалась наша милашка. И Анжелочка, и Милочка. Ну а теперь, девчонки, вам срочно надо покушать. Очень проголодались, как я вижу. Пустые животики. Милочка сразу же конфетки решила скушать. А Анжелочка вафельки с кленовым сиропом. Ну, еще голодны наши кошечки. Так что Милочка печенье съест. А Анжелочка пиццу. Она ее очень обожает. И арбузик тоже. Ну а Милочка с удовольствием захотела съесть шоколадку. Она целый день мечтала, когда же съест шоколадку. Ну и вот так они сильно проголодались, что никак не могут наесться. Но кажется, Анжелочка уже не голодна, и Милочка тоже нет. Не хочет она ни перчика, ни яблочек. И Анжелочка даже конфеток не хочет. Ну все, ребята, наелись наши кошечки. И я вижу, Анжелочка, надо тебе почистить зубки. Давай-ка, Анжела, будем чистить тебе зубы. Грязные, да, я вижу, грязные зубки у тебя. Сейчас будут чистые. Ну, а я ребятам расскажу, что сегодня Анжела и Мила решили встретиться в парке и погулять. И не просто погулять по парку, а покататься. У Анжелы есть классный пониборд. И она будет учить Милу на нем кататься. Но Анжела уже классно умеет кататься на пенниборде. Ребята, девчонки, кто из вас любит кататься на пенниборде? Напишите в комментариях. Так что Милочка, возможно, сегодня научится кататься. Ну, а перед тем у них есть еще время. И они хотят наклеить наклеечки. Анжелочка и Мила обожают свой альбомчик с наклеечками. Так что перед прогулкой немножко отдохнут после школы и заглянут в свой альбомчик с наклеечками. Сейчас и Милочка, и Анжелочка будут открывать наклейки. И мы посмотрим, что же они наклеят в свои альбомчики. Вот сколько наклеек собралось и у Милы, и у Анжелочки. И редкая вам наклеечка попалась. Так, у Милочки. Скоро будем клеить. Еще откроем несколько пачечек и заглянем в альбомчик. Очень интересно, что же там получится ли у них собрать страничку с наклеечками. Возможно, получится. Сейчас зайдем в альбом с наклеечками Анжелы. Наклеим. И вот, смотрите, страничка одна заполнена. Это распорядок дня нашей Анжелочки. Вот ее утро, завтрак, пробежка. День ее как проходит. И вечер. Отлично.
И это Анжела рукодельница. Тоже страничка заполнилась. И вот Бен. И что же, не хватило Джинджера, так что придется открывать еще пачечки с наклеечками. А сейчас у Милочки поклеим. 8. Тоже отлично. 8. Милочки такие же наклеечки, но ей еще долго открывать пачечки, чтобы заполнить странички. Сейчас давайте, ребята, попробуем найти наклейку с частью от фотографии Джинджера. Сейчас давай-ка, Анжела, еще откроем пачечку. И вот одна часть открытки. И вот, посмотрите, кажется, наклейка с Джинджером готова. И вот страничка заполнена. Здорово! Все друзья Анжелы в сборе. И еще одна осталась часть. Давайте-ка ее и найдем. Пока дубликаты. Смотрите, какое невезение. Одни дубликаты. Где же эта часть новогодней открытки? И вот она, редкая наклеечка. Давай-ка ее приклеим, Анжела. Вот здорово. Анжела собрала и эту страничку. Замечательно. Веселятся наши друзья, Том, Джинджер, и ждут подарков от Деда Мороза. Ну что, ребятки, кому нравится, как наши кошечки открывали наклейки, не забываем ставить лайки. А сейчас, пока не начали переодеваться наши кошечки, Анжелочка и Милочка хотят передать приветики своим любимым зрителям. И сегодня приветики получает Майса Курбан-Назарова, Ксюша Федорец, 604 Омск, Юля Бокола, Анастасия Анохина и Сергей Ткаченко. Спасибо, что вы нас смотрите. Ну а теперь пора нашим кошечкам переодеваться и быстро отправляться в парк, потому что им уже не терпится покататься на пенниборде. Так что Анжелочка первая начинает переодеваться. Что же она оденет? Я знаю. Она хочет одеть вот этот костюм скейтбордистки, потому что она себя чувствует настоящей скейтбордисткой. Хотя у нее не скейтборд, а пенниборд, но это почти одно и то же. Я думаю, что и на скейтборде у нее бы хорошо получилось кататься. Ну а теперь, Милочка, что же ты оденешь? Наша Милочка оденет вот этот свободный наряд, потому что на улице еще не очень жарко. Вот, а кататься она будет со скоростью. Так что будет она в свитерке пока. Оденет она другую обувь. Она захотела одеть вот такие высокие кеды. Классно. Вот так выглядит наша Милочка. Ну что же, и теперь шубку захотела Мила переодеть. Поменяем Миле шубку. Она будет в серенькой шубке. А Анжелочка выбирает черно-белую шубку. Вот такая наша милая Анжелочка и Милочка. Снимает очки наша кошечка. И теперь поменяем цвет глазок. Выбрала вот такие розовые глазки. А Анжела вот эти глаза аниме. Ну и что, Милочка, я думаю, тебе надо прическу обязательно подобрать. Потому что без волос ты прикольная. И вот Милочка захотела такой хвостик с челкой, как у Анжелы. Ну, Анжела, конечно же, поменяет тоже прическу. Посмотрим, какую же причесочку сделает себе Анжела. Ну, Анжела остановилась на вот такой прическе пикси. И причем с таким необычным цветом волос. Анжела, ты прикольная. Ну что, наши девчонки могут делать макияж. Итак,
Наша кошечка Анжела делает себе макияж. Такой необычный цвет волос у Анжелы. Даже вот такие щечки под цвет волос. Прикольная наша кошечка. Такие голубые тени накрасила Анжелочка. И коричневые реснички. Ну и также розовую губную помаду. Ну что же, ребята, посмотрим на нашу кошечку Анжелу. Вот она. Ну и теперь макияж сделает наша Милочка. Ну, Милочки будут яркие щечки. Милочка выберет сиреневые такие тени, мерцающие. Черную тушь. И такую ярко-розовую губную помаду. Сейчас посмотрим на Милочку. Ну что, такой яркий макияж у нашей Милочки. Вообще она такая яркая сегодня. Ну и вот, наши девчонки готовы идти в парк. И Милочка, и Анжелочка здорово проведут время. Я в этом уверена. Потому что все девчонки любят кататься. Или на роликах, или на скейтборде, или на пенниборде, да, ребята? Так что попрощаемся с нашими кошечками, с Анжелой и Милой. И с вами, ребята, тоже. Всем пока-пока!